Между российским и американским лидерами на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге наблюдалось интересное взаимодействие. Когда они пожали друг другу руки у стола, Дональд Трамп похлопал Владимира Путина по предплечью. Это довольно странный жест, но по сути он означает демонстрацию силы. При этом, мне кажется, оба президента друг друга уважают. Кроме того, жесты двух лидеров иногда выдавали их истинное состояние. Особенно это было видно по президенту Трампу. Он очень хотел казаться на этой встрече главным. На видеозаписи, где Путин и Трамп сидят рядом, американский президент сложил руки ромбиком. Этот жест, называемый шпилем, передает уверенность и превосходство. А Владимир Путин сидел с довольно широко расставленными ногами. Это также классическая властная поза.